Я, кстати, теперь понял, зачем Ксюха выкладывала сторис, что им нужны тёлки пиздатые. Ну, вы понимаете, для клипа, походу. Lucky Dragon. Lucky Dragon. Ля, какие шлёпанцы, блядь. Да, это печальная новость. Меня в очко ебут, твич правила. Ребята стримят налегке, мне завидно. Не замерз, я в ауте. Состояние такое, тильт в Африке. Один в комнате, заперт я. Планета магнитофон, в режиме пауза. Остановка бан, водитель ставил наручник. На выход парень дрейфовать в океан один. А как? Уф, ебаный рот. Какой же дрон сексуальный. Охуеть. Посейдон на яхте, к тебе катит Посейдон. Эй, парень, посмотри. Посейдон на яхте, к тебе катит Посейдон. Посейдон на яхте. Море? Море? Сук, на мне все волны. Достаю три зубец, вылезают три русалки. Расчехляю шлем и играю с ними в салки. Твоя рыбка потекла, она хочет дольше. Блять, им реально по 17 лет. Кто пишет кринж, запишите лучше. Объясню почему. Потому что дрон это делает все по фану. Алло, это for fun песни, это for fun клипы, блядь. Собираем монатки на худому. На мне море Посейдон. Посейдон на яхте. Меня омывает волны. Меня омывает бабки. На мне море Посейдон. Посейдон на яхте. Меня омывает волны. Меня омывает бабки. Парень Посейдон. Эй, Посейдон на яхте. К тебе катит Посейдон. Эй, парень, посмотри. Посейдон на яхте. Знаете, как чего не хватает в клипе активных кадров? Типа, мне кажется, было бы охуеннее, если бы они... Ну, типа, дрон за рулем яхты, допустим, был бы, они прям с ебанутой скоростью бы летели, и типа тёлки там все вот так вот, вот там трогали сзади. Ну, типа, таких активных кадров очень мало, не хватает этого. Типа, прям на ходу какой-нибудь движ был бы, это было бы охуенно. Ух ты ж. Так, Андромеда, извини, сейчас мы твою песню дослушаем. Сейчас. Уф, блядь. Бля, на это... есть три вещи в мире, на которые можно смотреть вечно. Блять, это как течет вода, как горит огонь и как Андромеда записывает клипы. Уф, блять. Неплохо. Не... Да я похуй, сколько им там, 17, блядь, 16 же можно, нет, если по согласию, типа. Я слышал такое, 16 вроде можно.